В этом году мы все закупили, то есть все есть, но все иностранное. Угу. То есть я не представляю, что будет, если они перекроют нам поставку. Угу. То есть где брать и чем будем заменять? Может, за этот год и предложит отечественная селекция что-то, но не думаю, что так быстро, к сожалению, это произойдет. Угу. Вот на это нужно тоже обратить колоссальное внимание, если по средствам защиты мы более-менее еще Щелково, Грахим снабжает практически всем, что нужно. Но тоже проблемы с тем же Прометрином, вот они же сами рассказывают, что уже есть. Дальше, конечно, проблема — это техника, вся иностранная техника. То есть фрезы, сеялки, трактора. Ну, понятно, трактор можно использовать и белорус, но вот мелкосемянные сеялки у нас такого качества, к сожалению, не производят. Фрезы то же самое с гидрокатком. Есть аналоги китайские, турецкие, но это все требует переключения на другое направление, опять затраты. Тоже потребует именно производства у нас, нужно сельхозтехники для овощного направления. Ну и третий, не столько может быть, как это относится к санкциям, а это энергоресурсы. Вот мы платим за свет 11 рублей. О каком? Все производство на электричестве. Да, полив, добыча воды, переработка, сортировка, охлаждение, фасовка. Очень тяжело. То есть получается, система снабжения энергоресурсами, она такой наш отдельный акционер, который независимо, нам плохо или хорошо, но он должен получить свои дивиденды. Промышленность, насколько мы знаем, она в разы дешевле получает энергоресурсы. Сельское хозяйство в этом критерии обделено. Непонятно, почему до сих пор наше правительство не обратило на это внимание. Ладно, производитель, который ну, в поле вырастили мы, и то там используется полив, досортировка. Но кооператив, если или сельхозпредприятие, которое занимается доработкой продукции, ну, я уверен, что у него должен быть отдельный энерготариф. Ну, да. Потому что развиваться с такой стоимостью электричества мы 10 раз думаем, стоит ли нам установить охлаждение или не стоит. Да. И по ценовой наценке это один из важных факторов удорожания продукции. Вот по поводу замещения импортных средств производства. Пытались, вот вы отчасти сказали, что белорусское что-то, ну, это почти уже наше, поскольку союзное государство. Я бы так не говорил, почти наше. Почему белорус стоил 1 400 000, а сейчас он стоит 3 миллиона? Вот я не пойму, какие мы тогда союзники, кто кому союзник. Вот это, ну, это глупость. К чему привязался этот трактор белорус? За месяц. Это что такое? Да. Какие мы-то союзники? Тут надо задать вопрос. Ясно. То есть с замещением пока что не важно. Не прикидывали, как изменились затраты на выращивание овощей в этом году? Пока сложно по этому году именно сказать. Многое приобретено в прошлом году. Ага. Стоимость не сильно менялась, ну, отразилась. Но вот на техническую часть, то, что подорожало, мы пока просто не приобретали еще. Угу. Ну, по топливу цена в том же порядке осталась. Тут нет как бы больших изменений. А вот запчасти, средства производства, химия, семена, мы уже на второй оборот, изменилось в разы. В разы. То есть, соответственно, это будет влиять на себестоимость по прямой линии. Но сказать ее по факту, насколько она сейчас отразится, если все считать по-новому, то в разы отразится. Если еще просто накладывать старые наценки какие-то, ну, запчасти есть подорожали, которые в 3-4 раза. Просто расходники даже, которые... Те же белорусовские запчасти, те же сельхозтехника белорусовская. Я говорю, еще раз повторюсь, у меня нет ответа на этот вопрос, почему она поднялась. Ну,
мы готовы заменить хоть всю технику, если есть аналоги и более-менее по качеству подходящие к импортной, давайте белорусовскую или нашу, конечно же. Но почему она поднялась в цене? Просто из-за того, что они так хотят, тогда мы, а морковку оставьте по 15 рублей, да? Кстати, вот как поменялись цены на овощи с января нынешнего года? И насколько это типично для сезонной динамики? Ну, если оценить по прошлому году, конечно, цена выросла, но она выросла, скорее всего, из-за того, что проблемы с перемещением, логистикой по границам. Угу. То есть мы уже много не возим с тех стран, откуда ввозили. Ага. Пока, еще повторюсь, средства производства, наверное, не сильно влияют на наценку товара. Ага. Потому что все еще идет с прошлого года по накатанной, все средства производства. И старые запасы хранения еще используются, там, в той же свеклы, моркови, картофеля. Но на новый урожай цены, конечно, вырастут, я так предполагаю, себестоимость точно возросла. Угу. Точно. То есть уже мы не вернемся к 10 рублям моркови, это угу. даже по себестоимости. Угу. Вот. А насколько вырастет, как предполагается? А тут сезон покажет. И мы сейчас даже окончательные цифры посчитать не можем. Все на первый оборот закуплено. Мы можем просчитать себестоимость, конечно, но использовать те же расходные материалы для сельхозтехники потребуется что-то на ремонт, сразу в скачок будет, потому что все расходники подорожали в 2-3 раза. Ну, а вот вы говорите, что цена не очень поднимается. Чувствуется, что государство стремится сдержать рост цен на овощную продукцию. Есть попытки регулировать? Вторую неделю показывают, что самый овощ, который подешевел, это огурец. Огурец, да. Да. Нам, как производителям тепличного хозяйства, огурца, это странно, почему он подешевел. Все дорожает, а мы огурец дешевеет. Ну, свекла, морковь поднялись в цене. Но это, скорее всего, носит сезонный характер, что весна все-таки. Ага. Ранних овощей. Но она также в такой же динамике поднималась и в прошлом году, позапрошлом, или ну, в этом выше, конечно. Выше. В этом году мы смотрим оптовые цены. Сейчас есть и 50, и 40 рублей в закупке. В прошлом году было около 30-35. Но весенний скачок был потом на раннюю продукцию. Ага. То есть вот сейчас даже оптовая цена приближается к весеннему скачку прошлого года ранней продукции. Угу. Вообще на рынке, как в кавычках, хаос. Один торгует, другой предлагает. Предлагает, другой покупает. Поэтому тут будет все зависеть от спроса. Угу. Сейчас, если пойдет спрос, а сейчас вот спрос идет на свеклу, на морковь, даже на поздние, на ранние, и ценник мы видим за 100 рублей там, на капусту. Все от спроса зависит. Естественно, будет нагонять цену. Ну, если трактор поднялся в 2 раза, то давайте и морковку поднимем в 2 раза. Ну, мы имеем на это право.